Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я снова буду готовить на несколько дней. Готовлю я на самом деле не только в субботу и воскресенье, а и в буднях, и вообще стала практиковать. Готовить там на 2-3 дня примерно так. Мне это очень нравится, потому что я становлюсь более свободной для каких-то своих личных дел и также для тех же дел по дому. То есть я больше успеваю, более продуктивная, скажем так, вот, когда готовлю на несколько дней. Конечно, с пылу, с жару всегда хорошо, но готовить каждый день устаешь и, ну и, конечно же, тратишь на это очень-очень много времени. Что делать, конечно же, не хочется. Вот. Так что сегодня буду готовить, ну, такие ужины, вот. И насчет выпечки. Выпечку пока не готовлю, не знаю, нет настроения, наверное, как-то так, вот. Но что-нибудь потом обязательно приготовлю и буду готовить вместе с вами, конечно же. Ну, а сегодня такое видео с ужинами. Ну и начну я готовить с тыквы. Мне нравится вот эта бутылочная тыква. Покупала я ее в Ленте. Мне нравится она вкусом. Она что-то такое среднее, наверное, между бататом, да, сладким картофелем и тыквой. Такой очень приятный вкус. И я, на самом деле, с огромным удовольствием ее ем. Семечки вытаскиваю. Вначале хотела их выбросить, а потом решила их пожарить. Не знаю, что из этого потом получится. В общем, я их промою, просушу. И пожарю, но не знаю, будет вкусно или нет. В общем, решила так попробовать. Саму тыкву я решила запечь, но я не люблю сладкую тыкву, вот именно, то есть не с медом. Очень многие мне советовали запекать именно с медом, но такой вариант мне не нравится. Я пробовала такой вариант. Мне нравится со специями и немножко соли добавить. То есть вот эта вот сладковатая мякоть с такими остренькими специями, вот такое сочетание мне нравится намного больше. И я ее использую не как десерт, а как гарнир. Ем я ее в гордом одиночестве. Никто больше ее не ест, тыкву вообще ни в каком виде, ни в супе-пюре, ни вообще никак. В гордом одиночестве я ее ем. Хочу в следующем году ее посадить, ну, такую или, может быть, обычную тыкву. Ну, вырастет у меня какая-нибудь маленькая, и я ее съем. Я ее просто нарезаю на небольшие кусочки, потом добавлю специи, поставлю в духовку при температуре 180 градусов. Я буду запекать, ну, до готовности минут 30-35, наверное, ну, посмотрю, да, вот, чтобы она была такая уже мягенькая, вот, в общем, специи здесь, я их смешиваю, то есть добавляю растительное масло, здесь у меня сушеный чеснок, укроп и итальянские травы, и вот это вот, ну, и соль, соответственно, добавил, и вот это вот сочетание травок и такого сладкого, сладкой мякоти мне очень нравится. А здесь я буду готовить плов, хотя я как-то показывала, как я его готовлю, и мне сказали, что это не плов, но давайте назовем это рис с курицей. В данном случае у меня филе индейки, тоже покупала в Ленте по акции, и одну часть я оставлю на, ну, скажем так, домашние наггетсы, как раз пожарю детям, а вторую часть, ну, тут еще кусочки, конечно же, пошли моим домашним всем, это естественно, вот, и другую часть я, получается, сделаю, ну, не то чтобы плов, да, ну, давайте так сделаем рис с курицей, вот именно в таком варианте у меня едят дети, поэтому не часто, по настроению, но все-таки едят. А вот здесь вот я еще решила и детям поддобавить пару кусочков и туда тоже. В общем, делюсь со всеми, как всегда. Ставлю индейку обжариваться в специях, да, и пока вот нарезаю, подготавливаю кусочки для домашних наггетсов. Но я детям не рассказываю, что это индейка, они считают, что это грудка, поэтому я ее нарезаю такими неровными кусочками, чтобы не возникло никаких подозрений. Потому что почему-то, если я скажу, что это индейка, они есть не будут. Вот такие вредные. Здесь я подготавливаю лук и морковку к нашему рису. Я буду обжаривать после того, как обжарится уже мясо, в ту же вот кастрюльку, скажем так, все это брошу, слегка обжарю. И рис, конечно же, я предварительно его замочила. И потом буду уже добавлять к
ко всему. Это, ну, в принципе, готовлю как плов, но это не плов, мне сказали. Вот, так что, ну, хорошо, пусть будет не плов. Здесь я уже начинаю жарить наггетсы деткам. У меня и муж их, кстати, тоже ест, но мужу не хватает специй. Он говорит, что не остро, но для детей на самом деле отлично. Как всегда, немножко специй, соль. И кусочки обваливаю в яйце, а потом в панировке и обжариваю с двух сторон. Вот так вот у меня обжарилась здесь слегка морковка с луком. Добавляю их немного и натираю морковку на терке, потому что если будет кусочками, не будут есть мои дети. В общем, привереды у меня все сплошные. Потом добавляю рис. Это у меня специально для плова рис, да. Вот, ну, это у меня курица с рисом. Пусть будет как-то так. И буду заливать сюда водичку. И также я добавляю чеснок. Я его чищу и добавляю не так много, но у меня и как бы по объему блюда тоже не так много. Я его обычно его туда внутрь утапливаю, но в этот раз что-то у меня пошло не так. Почему-то он не захотел топиться, вот, а плавал на поверхности. И этот чеснок я потом обязательно вытаскиваю. Также добавляю сюда сухой укропчик и какие-нибудь еще специи, соль, соответственно. То есть я не делаю вот классический вариант плова, да, у меня такой больше адаптированный, ну, скажем так, детский вариант. И буду убавлять огонь, соответственно, и накрывать крышечкой, и будет стоять до готовности. Потом вытащу чеснок и все перемешаю. Здесь вот как раз у меня уже практически обжарились наггетсы, так что детям будет отлично. И решила сделать еще рыбные котлеты. На гарнир у меня будет картофельное пюре. То есть картофельное пюре детям с наггетсами, а мужу с рыбными котлетками. Я их не перемалываю в мясорубке, а именно вот в таком, что это, блендер, да? Зачем я так делаю? Чтобы была рыба, была как бы кусочками такими. То есть я не сильно не в кашу такую, да, перемалываю, а слегка. Она получается с кусочками, получается очень вкусно. Это у меня, по-моему, тилапия или как-то так, или это треска. Я не помню, на самом деле, что это за филе, потому что я его вытащила из упаковки, да, в которой он был, и приложила в другой пакет, и в таком виде заморозила. Вот. Также добавляю сюда булочку, лук, то есть делаю, в принципе, как обычные котлеты, только из рыбы. И обжаривать, ну, соответственно, яйцо, еще специи, конечно же, сюда обязательно добавляю. И обжаривать я их буду обязательно в панировочных сухарях, потому что у меня рыбные котлеты, они как бы, ну, так расползаются, то есть они становятся такими, ну, немножко плоскенькими, я не знаю, как правильно это назвать. В общем, все хорошенько перемешиваю, и вот буду формировать наши рыбные котлеточки и обваливать. Не знаю, может быть, не надо добавлять сюда булку, но вот такой рецепт рыбных котлет нравится моему мужу. Вот все, что я за сегодня приготовила. Здесь вот рыбные котлетки, видите, они так расползаются, получаются такими как бы плоскими. Их, кстати, я не пропариваю, рыбные котлеты, только обжариваю. Здесь наггетсы. Вот, соответственно, это все будем с картофельным пюре и плов. Ну, давайте так, рис с курицей, можно так выразиться. Получается очень вкусный детский вариант. Это все еще с огорода. Я собираю свою редиску уже, тут вообще остатки. И огурцы, помидоры в парнике у меня еще живут. Они даже там пытаются что-то цвести, но уж не знаю, будет или нет, потому что у нас уж совсем холодно. И вот картофельное пюре. Так что вот такие вот у нас получились ужины. Я потом просто достаю или нарезаю помидорчики, огурчики, да, то, что срываю с парника, или делаю какой-то салат из той же капусты, что-то в этом духе, и как бы, ну, отлично, несколько дней мы замечательно все это будем есть, и разнообразно, на мой взгляд, и в то же время я буду свободна. Вот здесь показываю, что я вытащила обязательно чеснок, потому что, не дай бог, попадется моим детям, они точно не будут есть. И, кстати, забыла вот еще показать, вот до такого состояния я делаю тыкву, и я ее ем в качестве гарнира. Я, кстати, и на обед могу просто взять кусочек хлебушка черного, налить себе кофе и буквально вот немножко поесть тыквы. Так что вот такое вот у меня получилось меню на несколько дней. На самом деле, ну, я не то чтобы не разнообразно готовлю. Ну, вот мои мальчики, они все время едят наггетсы, да.
все остальное. Не знаю, поделитесь какими-нибудь, может быть, рецептами, идеями. Ну, просто можете название написать, а я уже потом погуглю, посмотрю непосредственно рецепт, что им такое интересное приготовить. Вот, надо будет как-то вообще, я хочу планировать меню, вот, потому что так и меньше, ну, как бы, нет, я не скажу, что у меня ненужные покупки продуктов, мне пригождается все. Но как-то если планировать, ты заранее знаешь, что тебе нужно, допустим, что есть в холодильнике, что нужно подкупить. Как-то вот мне, в общем, хочу организовать, вот, и постараюсь это сделать как-то организованно, готовить. А раньше, потому что я готовила, знаете, так открывала холодильник, что есть, и уже как-то вот думала. На самом деле вот это вот думать каждый день, что приготовить, меня тоже бесит. Бесит дико вообще, потому что я всегда спрашиваю своих мужчин, что вам приготовить, они мне отвечают, что хочешь, я не знаю, а что есть, а что, ну, не знаю, что-то такое. Редко у меня кто что заказывает, если заказывает, то это обычно что-нибудь из серии пиццы, сосисок в тесте, что-нибудь такое. Вот, так что вот так вот. Вот, ну, я на сегодня буду с вами прощаться, я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую, до новых встреч!